Сельхозкооператив «Био-Карелии» работает уже третий год. За это время посевные площади хозяйства увеличились в 10 раз, с 5 до 50 гектаров. А в этом году кооператив решил полностью отказаться от сотрудничества с зарубежными поставщиками и начать производство собственного посадочного материала ягодных растений. Поэтому 4 гектара хозяйства засадили растениями на размножение. К осени из них планируют получить от 500 до 600 тысяч посадочного материала. Это позволит кооперативу не только обеспечить себя саженцами, но и продавать их другим фермерам. Помимо клубники, в кооперативе также начали выращивать малину собственного сорта. А в планах у производителей построить собственный цех по переработке ягод. Обязательно с возможностью шоковой заморозки и промышленной сушки. Хороших вам новостей!